Всем приветик. В прошлом году я принимал участие в проекте «4 свадьбы», канал «Пятница». Сейчас вашему вниманию я хотел бы представить розыгрыш, так называемый пранк, где я притворился новичком, а потом уже вжарил как следует. Кстати, про этот пранк знал только ведущий этого мероприятия и я. Вначале витало в зале напряжение, когда я стал играть какую-то дичь, ну а потом уже люди так расслабились и достаточно позитивно реагировали на перформанс. Если вам нравится подобный формат видео, обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно, а вам это сделать несложно. Приятного просмотра, пока. А сейчас для вас сыграет гитарист-виртуоз. Давайте его поприветствуем. Зовут его Александр, фамилия Кузьминых. Громче аплодисменты, выходи к нам, Саша. Так, стоп. Ты разве себе кузнечик пришел играть? Что это такое? Ты играть умеешь? На Авито же хорошие отзывы были. Ты написано гитарист-виртуоз. Ты умеешь вообще играть? Точно? Ну давай, давай. Слушай, если я вот эту девочку сейчас попрошу сыграть, она лучше сыграет. Ну, или вот. Давай другим гитару отдадим. Еще? Еще шанс? Дадим шанс еще? Камера? А я думал, сова. Сова?